3. Пожалуйста. Ну вот, перешел в ту сторону. Ваше право выбора. Или дать соперника, или первый раз. Вот это другой эффект. Хитрит соперник. Между депутатами Ленинского района, и местных органов самоуправления. Соревнования проводятся пирамида, вот, для которой, я думаю, это самый один из интенсивных видов игр среди миллиардных игр. Поэтому надеемся, что каждый из представителей того или другого района покажет свои умения не только на работе, но и в спортивных достижениях. Якого у вас система? Як понимаете? Играют по олимпийской системе до двух проигрышей. Но это после проигрыша первого он опускается по олимпийской системе на нижнюю ступеньку игры и продолжает играть. То есть отбор будет более качественный не до первой победы, а до двух побед. Мы говорим более до двух проигрышей. Вот в таком направлении регламент будет. Играют время игры не регламентировано. Здесь на умение, знания, профессионализм каждого участника соревнований. Сегодня 12 человек участников, все представители депутатских групп, районных рад, представителей правления Кировского, Ленинского района, управление Мисской Рады спортивной, те, которые представляют.